Здоров! Свиник и Леню записываю этот видосик. Просто хочу, чтобы те, кто играет в камушки на этом кладбище, знали. Как вы, наверное, уже знаете, ROM — это кладбище, где покоится когда-то хорошая и привлекательная игра. Но сейчас все, что там можно сделать, это поделать камушки для заточки в приятном окружении ботов. Ну, или побегать по новым, в скобочках, нет, ивентам. Так вот, дабы возвести еще больше надгробий на этой поляне, ROM ищет стримеров, которые будут стримить эту хуйню. Я не раз писал админам о том, что может действительно привлечь... Блять, ебаный сосед начал сверлить. Заебещь! Ладно, пехуй. Так, о чем это я? Я не раз писал админам о том, что действительно может привлечь новую аудиторию. Ведь сами по себе задумки игры неплохи. Только вдумайтесь в это. Двойная система классов, которую можно комбинировать как душе угодно. Но играются из них лишь единицы. О классах я также высказывался в ролике «Почему моя любимая игра — говно», которую оперативно удалили из-за жалобы. Но позже я его все же перезалил, так что все, кому интересно это кладбище, настоятельно советую ознакомиться. Ссылка в описании под видео. Я в очередной раз оставил комментарий на форуме с полной уверенностью, что его удалят, ибо ни один мой комментарий такого характера еще не смог не подорвать сраку админам. А вопрос был, как быстро его удалят? Удалят его, удали его меньше, чем за час. Тогда я написал следующий комментарий, который вы видите на экране. После этого мне кинули бан навсегда на форуме, по причине, которая очень аргументированно описана, а главное, лаконично. Вывод напрашивается сам. Я в очередной раз показал и доказал, что админы не терпят критику в адрес своего кладбища и не желают ничего менять. А также хотелось бы сказать пару слов рунному механику. А ты посмотришь этот видос, потому что я скину тебе его в лес другого аккаунта, раз основного уже не получится. Так вот, рунный механик, ты ёбаное ничтожество, раз не можешь отстоять интерес своего продукта. Ты кормишь людей говном, и ты это понимаешь. Это видно по твоей реакции на какие-либо предложения, или глядя на твое бездействие как админа. Все, что ты можешь сделать для игры, это запускать ивентики по кругу и алмазки врубать. Игра застыла на месте, она не прогрессирует. А по количеству оттока аудитории, ты понимаешь, что игра деградирует. Посмотри на это. На это посмотри, придурок! Ты ничего не можешь сделать, поэтому тебе приходится слезно молить о помощи. Ну, бояй, не пройдите, проехать как-нибудь. Ну, я вам азю дам, честно. Эх, а ведь раньше рекламу Runes of Magic по телевизору, блядь, крутили, по телеканалу 2x2. Вот было время-то. В общем, я буду тебе писать периодически. Хотя я более чем уверен, что ты и слова сказать не сможешь. Если бы твой продукт был в действительности хорош, ты бы его защитил и аргументировал, почему все выпады в сторону Рома ошибочны. Пару слов о стримерах. Бедный старожила Рома, который любит игру, скорее всего понимает, что игра мертва, но хотят ее возродить. Но в награду вы получите ебаную хуйню. Ну, в принципе, как обычно. Спасибо! 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 Если бы я стримил, я делал это безвозмездно. Если игра действительно хороша, то почему бы не поиграть, получая удовольствие? Ваша работа должна в первую очередь устраивать вас. В общем, тем, кто желает возродить игру, я искренне желаю удачи. Ваше дело правое. Тяжело будет это сделать, конечно, ибо не каждый готов ложкой в тарелочке говно мешать. Но это уже не от вас зависит, господа, а от бесполезнейшей в администрации Рома. Ну и напоследок песня, которая выражает мои искренние чувства к игре Runes of Magic. Отвращение.